Ну, сейчас я покажу. Я не знаю, какое качество записи звука. Вот танк Т-34-85М. Вот перки. Вот характеристики. Незаметность всего лишь. Ну, незаметность при всех вот этих вот дополнительных примочках. Еще инструкция. 732. Не знаю, много это или мало. Наблюдение почти что максимальное. Тут написано вот что противник не может быть обнаружен вами на дистанции свыше 445 метров. То есть, я так понял, это значит, что просто 445 метров это максимальный порог любого танка, по видимости. И получается, если больше 445 метров видимость, то это не засчитывается. Раньше я ставил вместо радиоперехват изобретатель ставил для того, чтобы улучшить дальность связи там. Но потом я узнал, что никто это не ставит. Вот эта сборка для того, чтобы он был скрытным. А эта сборка для боевая, то есть здесь только для того, чтобы бои, просто открытые бои проводить. Я вот ничего лучше этого не придумал. Потому что я не знаю, у него и так нормальная скорость сведения. Но вот улучшенная закалка стоит всего 40 тысяч, как будто бы она не так уж и нужна среднему танку. Вот инструкция у меня здесь. Ничего такого нету. Для экипажа здесь искусство сбивать пламя, но у меня что-то он, если горит, то догорает до конца всегда. Я даже не знаю, стоит ли ему вообще маскировку качать, потому что тут дополнительно вот навык маскировка, но она дает 10, но это не так уж и много. Его я не замечаю, что он замаскирован вообще хоть как-то. Вот, например, немецкий тигр. Здесь вообще настолько прокачанный. Но он картонный. Незаметность, видишь, какая слабая. Хотя здесь вот у всех раскачивается вот эта вот штука. Маскировка. Он просто картонный, к сожалению. Я думаю, может лучше вместо него какой-нибудь нормальный японский танк и экипаж пересадить на нормальный японский танк какой-нибудь. Вот это вот Т-77 самый такой лучший танк для меня. У меня вот здесь улучшенная вот это вот. Комплекс улучшенной выживаемости. Здесь вот у него максимальный обзор, то есть 451 метр, то есть больше, чем 445 метров. Я не знаю, зачем я поставил пожаротушение, потому что оно, по-моему, вообще не работает. Вот единственный нормальный легкий танк хороший, это вот этот вот у меня пока что. А-43 хороший танк, но пробиваемость слабая, и он быстро очень вылетает из игры. Т-34 просто красивый такой камуфляж у него. Сам по себе красивый танк. Но он медленный.
Ну вот сейчас посмотрим. Какая карта выпадет? Вот эта карта. Здесь, я не знаю, кустов маловато. Куда спрятаться маловато. Так что я не знаю, здесь, наверное, здесь можно вот это использовать. Но если бы было куда спрятаться, либо вот это. Даже не знаю. Если бы были студзяки, я бы использовал сначала бы как ПТСАУ пострелял, а затем уже в бой бы пошел. Ну вот без дополнительного турбонагнетателя он. Ну так, медленно ездит, но он и так, даже с ним медленно скорость набирает. Ну, меня засветили. КВ-2 сейчас выстрелит, и все. Вот копия, китайская копия моего танка. Только видишь, он моего заряжающего ранил и уничтожил. Хотя это просто китайская копия моего танка. Вот смотри, как повернулся. Смотри, как он на бок повернулся. Это же надо. Интересно, а он здесь до сих пор висит? Хоть бы засветили. А, меня СТРВ убило. Я говорю, вот ПТСАО, оно стоит далеко. Непонятно, я вот в низине нахожусь. А оно меня достало даже в низине. То есть я даже наверх не вылазил. Оно меня подстрелило. Мне просто интересно, оно здесь до сих пор на боку висит. Я еще не знаю, как сделать в карте, чтобы на карте было видно, ну, было видно противников, когда их не видно, как бы, понимаешь, такая есть у всех, у Корбана Дайлоса, у всех, ну, у всех такое есть, у блогеров по танкам, я не знаю, как поставить такую опцию. А, вот он едет. Как-то он обратно вернулся. Ну ладно. Сейчас покажу. Вот я легкий танк попытался взять, ну,
Но у меня получается в минус всегда на нем по серебру. Так-то он выглядит как-то стрёмно, но с другой стороны он выглядит так, что по нему сложнее попасть будет. Укорочено так. Но это прокачиваемый танк, и он, не знаю, как-то не очень получается на нем. Незаметности, видишь, нет никакой на нем. Ну, потому что я не ставил пока что. Нету серебра. А наблюдение, видишь, какое. Обзор большой. Ну, сейчас на нем, например, вот сыграю. Я на него поставил там из разных. Видишь, здесь. Часто быка взрывают у него. Ломают. Вот опять эта карта. Тут я знаю, что единственный вариант, куда ехать, СТшки едут сюда, а для меня сюда. Тут стоят ПТСАУ. Может, они пострелят. Видишь, у меня даже не хватило денег на то, чтобы башню покрасить. Так, скорость у него. Вот, по-моему, у среднего танка, вот этого новенького. Вот, видишь, новые танки, такая же скорость, только он средний танк. И по размеру он даже меньше моего. Всегда сбоку меня отстрелили. Ну вот видишь, теперь его не видно. А если я сюда поеду, меня отсюда ПТСАУ пострелит. Еще вон Т-43 стоит. Это же надо, у него настолько плохое сведение, но он даже в меня попал. Просто поразительно. Вот и все.
радиста вырубил. Ну, Т-34-85 хороший танк. Сейчас попробую найти. Надеюсь, сейчас будут студзяки. Попробую карту найти, где можно скрытность этого танка применить. Здесь вон два КВ-2, японский тяжелый танк, еще это непробиваемая хрень АТ-8. А у нас 3 КВ-2, надо же. У меня, кстати, был случай, когда я играл там во взводе со своим командиром моего, ну, от, ну, того, где я состою. Он тоже на КВ-2 играл, и там, короче, был вражеский КВ-2. Я, короче, его разобрал просто на Т-34-85М, не получив ни единого попадания от него. А вон на Т-8, его никак не пробить. А, нет, только в эту штуку. Но, видишь, не пробил. Видишь, не пробил. Только когда он боком поворачивается, можно пробить. То не факт. Вон А-43 откуда-то стреляет. Ну, настрелял больше тысячи и насветил немножко. Видишь, опять не пригодилась эта маскировка. Танк, двигатель выбил, 4 раза попал. Ну, видишь, чуть-чуть повезло, небольшой плюс вышел по серебру.
То есть я сюда пересадил с этого танка, механика-водителя сюда пересадил. Сейчас еще попробуем. А, ну вот, вот эта карта, я всегда на тяжах, ну или на любых танках, сюда еду, на тропу, потому что здесь они прячутся за горами, за этими, невозможно, выставляют корпус специально. Я не знаю, здесь на легком танке впервые, я не знаю, куда ехать здесь. Но я, кстати, видел, что другие танки наверх вот здесь вот заезжают. Интересно. Ну, посмотри, какой маленький танк по сравнению с моим. Вот у меня такой же, как вот этот вот средний новый танк. Я здесь, кстати, ни разу не был. Впервые здесь оказался. Вот. Интересно, куда здесь ехать? Что-то не видно вражеских танков. А, кстати, сюда, наверное, можно даже сюда заехать. Да. Я, кстати, впервые вот здесь вот сейчас нахожусь. На такой вот высоте. Вот смотри, я могу в этот танк выстрелить. А, видишь, промазал. Ну, видишь, как мало урона наносит. А вот теперь он поехал, по нему вообще не попадешь. Видишь, исчез. Посмотри, какая высота, я здесь никогда еще не был. Вот я обычно вот там вот всегда езжу. А когда приезжаю вот сюда, здесь меня ПТСА у противника невидимые прячутся в кустах, там выносят меня. Ни разу здесь еще не был, кстати, не ездил вот в этом месте. Здесь этот тяжелый танк, что-то забыл. Подсвечу его для Тайпа 63-го. Странно, я его подсветил, а мне не дали. Света очков. А, видишь, не пробил. А, Е-25. Ты, точнее, вот этот монстр, которого не пробить, стоит в кустах, ты посмотри, на базе стоит. Как его вообще можно пробить? Вот ты на тяже вот так вот проезжаешь, а вот этот стоит в кустах, ты ничего ему не сделаешь вообще.
Ну здесь я вообще мало настрелял, наследил. Хотя такая карта. Ну, интересно, как они будут справляться с Т-95? В кустах, который стоит на базе. Видишь, он не знает, куда поехать, потому что там в ПТСАО стоят. Там, наверное, не только вот этот Т-95 монстр. Он вообще штурмовое ПТ-шка. Он должен впритык, вблизи сражаться. А он прячется там. Видишь, он не знает, что делать, потому что там ПТСАО стоят, скорее всего. Вон тоже там стоит. И ничего им не сделаешь, никак их не засветишь. А они тебя видят. Вот я не знаю, как засветился вот этот вот. Странно. На Эвересте прямо. Это же настоящий Эверест какой-то. Посмотри. Вот мне бы, кстати, хотелось работать на маяке. Для меня это была бы какая хорошая работа, мне кажется. А вон Т-95 как-то засветилось. О, видишь, сбоку его, видимо. Попал. Ну, видишь, не могут пробить. А теперь просто стреляют в пустоту. Он опять засветилось. Посмотри, у них одни ПТСАО остались. Вон какие мощные. Да, и они вон стоят там в лесу где-то. Вот если бы дрон, маленький дрон такой, с глазами такими мощными, запустить. Настолько маленький, чтобы что по нему нет смысла стрелять. И туда в лес отправить, он бы засветил их. Ой, видишь, как-то пробивают. О, нифига себе. Настоящий гранит смогли разбить. Это же надо прям. Такой он мощный.
Ну, вон Кори стоит. Видишь? И то удивительно, что ее обнаружили. А вот этого вот только сейчас обнаружили. Ну, вон, только вот с такой вблизи их можно обнаружить. Вот он пожертвовал собой. И вот снова они исчезли. Не знаю, кто их светит. Вот, исчезли. Просто в лесу спрятались. Ну, это какой-то очень крутой игрок, вот этот. Он Т-95 снес. Вот, видишь, исчезла. Ну, сейчас погружение возьмут. Ну, повезло, потому что у нас больше танков осталось. И у нас еще светляк, вон, смотри. Вот видишь, светляк настолько близко подъехал и только тогда засветил. Видишь, как... Так он близко подъехал, чтобы засветить. И еле справились. Ну вот. Видишь, ну, 1000, почти 2000 серебра заработал. Ну, выглядит он, конечно, стрёмно. Но это зато такая форма, чтобы по нему сложнее было попасть, когда он в движении. Сейчас еще раз попробуем, может, на студзяки выпадет карта. Ну, тоже здесь не знаю, где спрятаться. Thank you.
Т-34-85М по мне шандарахнул откуда-то там с кустов. КВ-2 добил. Я даже не увидел, где они. Я просто вот сюда подъехал. И они, что ли, откуда-то с этих... Ну, где лес, оттуда, что ли, меня шмальнули. Честно, после работы устал, играть даже вообще не хочется ни во что. Париж. Я здесь ни разу на ЛТ не играл. На СТ не играл ни разу здесь. Я вообще не знаю, куда здесь ехать. У них вон имба. Может, не имба 5 уровня. Ну вот этот танчик ездит с такой же скоростью, как и я, если не быстрее. При этом он средний танк. Что за танк такой? А, это Черчилль. Ну, видишь, вообще ничего не насветил, не настрелял. Интересно выглядит Черчилль первый. Здесь, кстати, можно применить, туда поехать, в кустах спрятаться, как ПТ-шка. Ну, вообще, лучше, на самом деле, было бы вот это использовать, набор. Ну, попробуем, но это вряд ли поможет.
Пустая спешь, но они и так знают, что там настоящие потенциалы стоят. Ну а нас видишь, почему-то вот здесь вот это стал здесь. Это не знаю где. Никто сюда не стал. Я не знаю, вряд ли сюда кто-то поедет вообще. Мне вот просто как дурак стоишь, просто смотришь, ждешь, непонятно чего. Сюда никто не поехал из этой команды. Тигр сюда поехал. Что он там забыл вообще? Вот что забыл здесь тигр, вообще непонятно. О, видишь это? Чуть-чуть нанес урон. Вот, теперь мне наносят. Засветился. А как я засветился-то? Я же в кустах стоял. Вот тигр сюда приехал, гранада, а? И урон наносит. Вот, надо он меня пробил оттуда. Вот, видишь, маскировка не работает вообще. Вот я запускаю, не спрятался. Он не должен меня увидеть. Видишь, все равно вот, засветился. А как я засветился? Я в кустах стою, и у меня прокачано все, чтобы не светиться вообще. Он тигр первый ездит. Это же надо, а? Ну вот и все. Вот интересно, как этот тигр здесь настреляет кого?
Вот это тоже средние танки, только они, видишь, какие маленькие, колесники. Стали в кустах. Вон тигр стоит там. Даже надо, а. Ничего ему не сделали. Ладно, выложу. Вот, а сейчас уже минус вышел. А, нет.